Мне очень нравится, даже если вам не понравится, это приколдес высшего уровня. Простите, если мы вдруг не сойдемся во вкусах, но, повторюсь, это нравится мне сугубо лично, на мое субъективное мнение. А есть еще какие-то песни, которые вот мы неправильно понимаем? Песня «Малыш», про которую все гадают, посвящена ли она маме или Наташе Разлоговой, или мне, а посвящена нормально, на самом деле, Сергею Пенкину. И вот недавно было интервью Александра Цоя, сына Виктора Робертовича, где обсуждался, в частности, фильм «Алексей Учителя», но самый интересный вопрос там был, кому посвящена песня «Малыш», какой из жен Виктора Цоя. И отвечая на этот вопрос, Александр Цой сказал, ну, все знают, не все, конечно, знают, что песня «Малыш» посвящена Сергею Пенкину. Я знаю, что вот помимо этих металлистов у тебя на разогреве, у тебя было и знакомство с другим великим рок-н-ролльным человеком, вот сейчас без малейших преувеличений, великим. Ты же как-то раз даже сводил знакомство с Цоем, с Виктором. Это было в Евпатории, тоже 88-й где-то. Значит, у вас так получилось, что вы с Цоем должны были выступать на одной сцене последовательно, да? Да. И вот днем он приехал, пришли мы на этот стадион. Ага. Я говорю, Витя, я не смогу выступать, потому что, ну, совсем другой. Блестяшек нет. Он говорит, Серега, не волнуйся, все будет хорошо. Я представлю, как нужно. Ага. И, ну, мне его девушка там подшила, помогли, да, все сделали. И вечером я вышел выступать. Как он тебя представил? Он представил меня, мой друг. И человек, который я сегодня с ним познакомился, настолько теплый, что песня «Малыш, ты меня волнуешь», что была написана в честь меня. Да ты что? Ребята, это сенсация открытая. На... Это потом об этом сказал ударник Виктора Цоя там, в каком-то интервью. Это все есть у меня. Прекрасно. Я об этом услышал впервые. Но... Какой же из женщин Виктора Цоя посвящена эта песня? На самом деле, это песня про Сергея Пенкина. На одном из концертов, если я не ошибаюсь, в Евпатории, группа «Кино» и Сергей Пенкин, собственно говоря, делили гримерку и там познакомились. Пенкин абсолютно манерный, типажный персонаж. Как говорил барабанщик «Кино» Гурьянов, бегал, все время кричал «Где моя косметичка?» и называл всех, судя по всему, «Малыш». Под впечатлением от этой встречи Виктор и написал эту совершенно несерьезную. Теплое море, жаркое солнце, синие-синие волны и пустынный пляж, музыка рядом со мною, и рядом со мною. Над волнами.
I'm feeling so gay. You, I wanna know.